Сказать, что чайки на этом пляже ведут себя странно, ничего не сказать. Целые альбатросихи. А это еще зазывает чаек. Морской крокодил необычайно сильный и агрессивный. Однако даже он может оказаться не в том месте и не в то время, будучи окружен большим количеством акул. Но он знает, что им сказать и что сделать. И спокойно плывет дальше. Дельфин летел, как на парусах, убегал от кого-то и нечаянно попал к людям в лодку. Но они всем миром вытащили дельфина и опустили в воду. Все были довольны, что помогли животному. Общее дело объединяет. Вода забирает все. Вот и кресла поплыли дальше. На волнах. Какая мощь! Вот это да! Сколько рыбы! Не надо с удочкой стоять. Стоишь с ведром и черпаешь. Тут кто во что рыбу грузит. Счастливые люди. На пляже трудно предугадать, кто из обитателей моря придет тебя приветствовать. Что-то морской котик не очень-то рад отдыхающим. Бежим.